едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хоронить одного все, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал, а потом брезгливо плевал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на речи плевать. Все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь, от него не убудет, вот у живущих закалка не та. Ну а покойники бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережай, клейкий ярлык, как отметка на лбу, а ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельной, а можно и в общей, мертвых квартирный вопрос не берет. Вот молодец, этот самый усопший вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней этом обществе строгом нет ни опасности, нет ни тревог. Ну а у нас все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Слышу упрек, он покойников славит, да нет, я в обиде на злую судьбу. Всех нас когда-нибудь кто это задавит, за исключением тех, кто в гробу.